На пресс-конференции руководитель городского спорткомитета заявил, что изначально планировал, что ледовый комплекс откроет свои двери в канун нового 2014 года. Теперь сроки пересмотрели в сторону уменьшения и в планах открыть комплекс в сентябре 2013 года. В связи с тем, что строители взяли более интенсивный темп, то и быстрее будут осваиваться и финансовые средства. Нам деньги просто так не сыпятся, и мы написали письмо губернатору о 6 миллионах. Губернатор тоже деньги-то не печатает эти. Мы просим лишь передвижку этих средств на строительство с 2013 года на этот же самый объект. С введением в эксплуатацию новой ледовой площадки дворец спорта «Юбилейный» значительно разгрузится, и тренировки Южного Урала никак не будут мешать планам юных фигуристов и хоккеистам. Мы сможем разделить детей по возрастам, по уровню катания. Будет больше тренировок, потому что на данный момент, так скажем, у нас единицы, которые довольно-таки способные, одаренные дети, которые у нас дают на разряды, то есть выезжают на соревнования. Ускорение темпов связано с интенсивной подготовкой к фестивалю рабочего спорта, который в следующем году будет проходить в Орске. Параллельно возведению ледового комплекса ведется и строительство второй очереди стадиона «Авангард». Елена Файман, новости дня.